Сегодня сделаем бонсай из местной североамериканской высокорослой голубики. И хотя этот кустик прибыл из Канады, в США, в штате Джорджия, есть целые фермы, где выращивается голубика, так что в Калифорнии вполне можно содержать на улице. Продавалась она в таком горшке, и в дальнейшем я буду его использовать с другим растением. Ну и перебралась десяток экземпляров, прежде чем выбрала этот, так как уже знаю, как хочу оформить, и нужны были подходящие формы куста. Итак, за работу. В качестве субстрата буду использовать несколько ингредиентов. Акадама – твердая обожженная японская глина, специально изготовленная для бонсай, ее легко можно купить в интернет-магазине. Лава, так же как и акадама, сохраняет влагу и улучшает в целом субстрат для бонсай. Ну и пемза – мягкий вулканический продукт. Ее свойства позволяют корням хорошо разветвляться. Все эти три ингредиента можно смешать, и этого субстрата будет достаточно. Но я добавлю немного кислой почвы, так как голубика лучше растет именно в ней. Почва влажная. Ну и все это смешав, примерно в одинаковой пропорции получается вот такая смесь. У нас очень продолжительное сухое лето, поэтому необходимо, чтобы грунт был влагоемким. Горшок – очень важный элемент в бонсай. Пожалуй, без подходящего горшка или плошки бонсай не получится эффектным и оригинальным. Ну а на дренаж использую мелкий щебень. Дальше предстоит работа с корнями. Мне удобно работать палочкой, которой надо убрать верхний лишний слой почвы, чтобы увидеть, как растет ствол. Это важно. И распутать корни. Для этого придется приложить усилия и вот такими движениями сверху вниз буквально рвать, скрябать, царапать скрученные корни по бокам и внизу. Ну и вот что получилось. Корни при таком воздействии на них не рвутся, а распутываются. Ну и лишние следует обрезать. Вот что у нас получилось. Остается корневая, достаточная для миниатюрной кроны, которой мы и добиваемся. На дренаж укладывается наш микс из четырех ингредиентов и ставится растение так, как мы его представляем в будущем. В данном случае слегка наклонно, ну, якобы с большого пригорка, отягощенный плодами, наклоняясь к земле, долгие годы растет любимый взрослыми детьми куст голубики. Дальше формируем крону. Можно это делать с проволокой, а можно и без. Посмотрим. Обычно работа с кроной бонсай подразумевает применение проволоки. Но в этот раз было достаточно обрезки. Пока оставлю так. Посмотрю, присмотрюсь. С бонсай спешить не стоит. Ну, я задекорировала почву мхом. Но летом трудно его сохранить при наших температурах. Он буреет и как будто бы пропадает. А как только начинаются дожди, снова возрождается. Ну, подумаю, чем его заменить в дальнейшем, пока полюбуюсь. А вот почему я тщательно подбирала экземпляр. Моя идея наклоненного куста уже просматривалась на этом растении. Пришлось только убрать лишние, не имеющие ценности ветки. Сейчас растение следует щедро полить и не забывать регулярно это делать, особенно в жаркой и сухой местности, как у нас. Поэтому я постаралась использовать влагоемкий грунт и почву хорошо увлажнила сразу. Следите, чтобы земляная смесь не пересыхала, иначе она теряет свои свойства, и полить такое растение будет практически невозможно. Вы думаете, что полили, а вода стекла и почва осталась сухой. Ну и растение будет страдать. Но мне уже нравится. Возможно, я внесу какие-нибудь изменения. Тогда обязательно расскажу и покажу. Ну и покажу цветение, которое уже вот-вот скоро наступит. И весь кустик прям усыпан бутонами. Вот они прям гроздочками. Ну и ягодки, если будут. Это в том случае, если растение простит мне такое вмешательство в его жизнь. Да, я тут кручусь и не замечаю, что уже проклюнулись тюльпаны. Это мой ракарий, и когда-то тут были посажены тюльпаны. Ну вот, у нас уже весна.
хорошего вам настроения и до скорых встреч. Пока-пока!